Как дела, Архимон? Ловил. Моя школа, блядь. Как дела, ребят? Зажрался. Ну либо как кто-то как-то сказал, игровая импотенция называется. Попробуй не играть ни во что неделю. Как миленький, блядь, захочешь потом. Еще удивляюсь, как ему, блин, играть не во что. Столько игр кругом. Играть не уж. Это не хочу, это не буду. Как говорил мой дед, заткнись и ешь. Играть не хочется. Не играю. Зачем тогда говорить? Что-то я... Не хочется, не играй. Как будто кто-то, блядь, заставляет. Иди играй, блядь, заебал! С тобой все понятно. Ты жопа ленивая, еще хуже меня порой. Месяц сидел, смотрел в моне просто так. Потом-то отпустило. Так, давай попробуем, как в прошлый раз, здесь вот стоять. Два. Блять, иди нахуй, игра. Ну серьезно, блять, это добежать невозможно, блять, даже. Серьезно. Какого хера? Сука, я сейчас психану, реально.
Да ну, блядь, ну как, ну успеть-то, блядь, оттуда убежать-то, блядь, это невозможно. Тебя тупо, блядь, игра ставит в такие условия, что ты, блядь, не можешь победить, нахуй. Чтобы он на него упал, тебе нужно пойти влево. Но если ты пойдешь влево, то уйти, блядь, оттуда не успеешь. Это, блядь, нормальная хуйня? Да нихуя это не нормально, блядь. Кусок говна, блядь, игра. Чего, пиздуйте. Блять, ну конечно. Ну это наебало полно. Это пипец. Кенджи Сато. Что-то знакомое имя. Это Фрикс. Я, конечно... Я, конечно, в прострации после этого последнего уровня. Санёк, спасибо, Архимон, спасибо, Модл. Типа Данич. Спасибо, Босман. Нет. Еще пока не все диски. Со следующей недели будет выбор только.
Я предыдущий уровень минут 30 проходил. Один уровень только. Это писец. Проходил я 15, наверное. Thanks a lot for your playing. Это Веровек. Как дела? Ну разве это не скверовский шрифт? Очень похоже. Стиль, вернее. Белые буквы. С красной точкой внутри. До свидания, игра. Был рад с тобой познакомиться. Надеюсь, больше не увидимся. Меня? Отвратительно. Отвратительно.